А теперь кадры, напоминающие скорее хронику из нацистской Германии. В Киеве состоялось факельное шествие националистов. Отметить годовщину со дня рождения Степана Бандеры в центре украинской столицы собрались около 3000 человек. В основном активисты националистической партии «Свобода» и запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Охраняли их члены так называемой «Нацгвардии». Пройдя по Крещатику до площади независимости, они устроили митинг, на котором звучали не только профашистские лозунги, но и требования отставки правительства во главе с премьером Яценюком. Марши радикалов прошли также в Одессе, Львове, Днепропетровске и других городах. В середине прошлого века Бандера был идеологом и лидером украинского националистического движения. Во время Великой Отечественной тесно сотрудничал с гитлеровцами и воевал против советских войск. В минувшем году президент Порошенко предоставил бандеровцам из украинской повстанческой армии статус борцов за независимость и право на соцгарантии.